вашего сообщества целый ряд таких принципиальных решений, которые дают вам возможность уже заявить, да, наша организация существует, она существует как организация единомышленников, и мы знаем, как нам дальше работать. Очень приятно, что более, ну, около 40 инициаторов лиги, список инициаторов у вас есть, почти так, были едины в организацию филейную, некую сообщество, там, закрытый клуб из 2-3-5 человек. Мы хотим в конечном итоге создать всю украинскую организацию, в которой войдут профессионалы со всех областей Украины, и которые будут представлять действительно сообщество специалистов с общественности, стремятся развивать, и процесс будет для нас процессом сотрудничества коллег. В процессе дискуссии вы представили несколько таких главных потребностей, которые являются главными для огромной такой баланс. И те публикации о пиар, о связи противоречат этике пиар-деятельности и стандартам профессионального действия. Следующий момент очень важный. Мы начнем патронировать такая организация. Это все будет уже очень активно развиваться, начиная с наших членов. И это, с одной стороны, поднятие авторитета тех представителей профессий, которые поддерживают члены нашей организации, поскольку членство в организации будет свидетельством признания профессионализма и приглашает свою профессию. И нас нельзя заподозрить, что мы для кого-то. И, как правило, видишь, почти все это физические лица. То есть мы можем говорить о том, что инициаторы лиги это пиарщики, которые поставили. Менеджеры и рекламисты, потому что это все было для рынка ново. А рынок пиар только еще на стадии формирования. И такая ситуация. Рынок, насколько это позволяет какие-то свои профессии. Компании внутри тем, что она делает, и между всем внешним миром. Неважно, какими будут представители этого внешнего мира. От совершенно обычных людей, которые просто звонят в компанию что-либо узнать, до самых серьезных средств массовой информации или представителей власти. И это естественный процесс. Люди, которые собрались вот в это сообщество, действительно являются профессионалами своего дела, неважно, каким образом они пришли к своему профессионалу. Спасибо. Чтобы были определены точно понятия, для того, чтобы было точно названо, кто есть связан с общественностью, кто является специалистом по выборным технологиям. Тут шире, это шире понятие или уже по-разному рассматривать, но оно уж точно не совпадает с понятием узкого пиара. То есть это есть тот процесс, который должен пройти как процесс институциализации.